Жалпы 2010 жылы ауылдық тауар өндірушілер үшін әлде қайда жайлы болды. Алайда астықты жинаумен және сақтаумен бір шама қиындықтар орын алды. Жазғы күзгі кезеңде ұзақ жауын түріндегі ылғалдың көптігі ауыл шаруашылығы дақылдарының түрлі астықтың артуына ықпал етті. Бір жағынан жаңбырлы күз астықты жинау компанияның қарқынына да және астықтың сапасына теріс әсерін тигізді. Осыған байланысты бірқатар аудандар мен жекелеген шаруашылықтар әлі күнге дейін астықты жинай алмай жатыр. Бұдан басқа 3-3 санаттағы бидайдың белгілі бөлігі стандартты талаптарға дейін жетпейді. Яғни натурасы 710 грамм литріне және сулығы, өздеріңіз білесіздер, 14% стандартына жету үшін 24%. Көбінесі 17-25%, сондықтан бұл көп әсер әкеледі. Астықты дайындау көлемі туралы бірнеше сөз. Ресми түрде осы жылы жиналған астықтың жалпы мөлшері 20 миллион тоннаны құрады деп жарияланды. Бірде жақсы сияқты, алайда жергілікті жерлерден келген хабарларға сәйкес бұл цифра күмән тудырады. Ақыр аяғында бұл астық нарығын бұрмалауға және үйлеспеушілікке алып келеді. Оның қатысушыларды жаңылады, ал баға негізге төмендеп бара жатыр. Сондықтан әкімдіктердің тиімді жұмысының рейтингісін анықтаған кезде осы сәттерді ескеру және нақтылайтын шараларды енгізу мүмкіндігін қарау қажет. Поскольку в соответствии с поручением главы государства в этом году создан и действует единый зерновой холдинг, разрешите несколько слов сказать об этом. Сказать, что созданный единый зерновой холдинг на сегодня – это образец совершенства, не совсем верно, имеет ряд моментов, которые требуют своего решения. Тем не менее, холдинг работает и пока имеет неплохую репутацию среди сельских товаропроизводителей. Считаю, что основная миссия холдинга по стабилизации цен на продовольственную пшеницу выполнена. Если до объявления закупочной цены в 28 тысяч тенге конъюнктура рынка зерна была ориентирована на цены в районе 20-23 тысяч тенге за одну тонну, то после получения соответствующего сигнала со стороны правительства цены на внутреннем рынке стабилизировались на уровне 26-29 тысяч. Я имею в виду на октябрьском заседании, когда вы поддержали наше предложение единого зернового холдинга, минимальная цена 25, максимальная 28 центов, имеется в виду. И это было хорошим подспорьем для товаропроизводителя. Наряду с положительными моментами деятельности единого холдинга следует отметить и его слабые стороны. Проблемой, которая препятствует нормальной работе зернового холдинга, является недостаточность элеваторных мощностей, принадлежащих предкорпорациям. В данное время более 80% элеваторов страны принадлежат частным владельцам в лице крупных зерновых компаний и холдингов. Каждый из них свои правила приемки и хранения. Также разнятся цены по оказываемым услугам. В урожайные годы, используя свое монопольное положение, они выставляют для сдатчиков зерна либо кабальные условия приемки и хранения, либо под разными предлогами не принимают от них зерно. Все это негативно отражается на доходности большинства фермеров. Можно такой пример привести, Сергей Мехметович. К примеру, из 20 миллионов этого года собранного в обязательном порядке, пусть меня поправят, 10 миллионов тонн пройдут через элеваторы. Сегодня фермеры-товаропроизводители теряют порядка 20% на элеватор своего зерна. Есть официальные документы от фермеров. И вот если прикинуть, 10% через элеваторы пройдет, 20%, даже 10% возьмем. Почему? Потому что 10% это будет затраты элеватора, 10% это миллион тонн. Умножая на 26 тысяч, это получается 26 миллиардов. Сумасшедшие цифры. Поэтому мы в этом вопросе предлагаем принять меры в целях эффективности работы зернового холдинга и создания благоприятных условий для сельских товаропроизводителей, рассмотреть вопросы урегулирования использования элеваторных мощностей. Конечно, есть ряд предложений, это потом можно в рабочем порядке, в Министерстве сельского хозяйства, совместно с продкорпорацией, если надо будет, и с участием правительства.